Всем привет, друзья! Сегодня вновь на реке. Сегодня решил посетить места подальше от города. Конкретно на этом участке реки последний раз я был, наверное, лет 5-6 назад. Очень интересно, есть такая некая ностальгия по этим местам. Раньше здесь ловилась рыба очень хорошо. Не знаю, что будет сегодня. Буду пробовать, пойду ловить. Вот он, есть. Поролоник сработал. Сдернул с какой-то коряшки. И сразу такой тычочек прям хорошенький. Сейчас бы его поднять. Мне кажется, судачок. Вот так вот. Кто ты? Судачок. Да, судачок? Да, хорошо я ему вредил. Неплохое начало рыболовного дня. Буквально начал щупать рельеф, нашел вход в ямку, в которой давным-давно ловил. И прямо вот снял с какой-то палочки поролоночку и сразу такой хороший мощный удар. Бум! Вот первая рыбка, судачок. Поролонку поставил просто, чтобы вспомнить места. Она в незацепляющемся варианте исполнена. Грузик слетел, правда. Такую поролоночку мне подарили. Судачка сейчас надо отпускать. Здесь, кстати, это очень сложно сделать, но сейчас что-нибудь придумаю. Начало хорошее, спасибо. Так, спокойненько. Давай. Нормально отойдет, поплыл. Вот буквально кидал чуть левее. Там нету такой длинной ступеньки до самого берега, а здесь есть. Получается, бровка как бы вот так вот идет и поворачивает. Вот дедуля с пакетиком-то, а? Шмякнул бабуля судачка-то. Ух ты! Поклевка была. Сидит. Окунек. Прям с выброса такая двойная поклевочка. Опа! Вот это окунь. О! Сход! Ух ты! Слушайте, это такая была рыба-то! Нормальная! Резко изменилась погода, с утра было солнышко, достаточно тихо, сейчас поменялся ветер и пошел такой мощный снегопад. Не знаю, как это отразится на клеве, но с утра подвижки были, были поклевки. Сейчас пробиваю дальше участок реки, если ничего интересного не найду, то вернусь в те места, где происходила какая-то жизнь. Сейчас пока пойду пробовать по новым местам. Есть! С таким ударом. О, хорошо. Сбровка, боюсь, заведет. О, какой кочегар. Ой, какой красивый, а? Смотри, какой, эх. Помните фильм «Жмурки»? Там был такой момент. О, говорит, эфиоп. Не эфиоп я, русский. Так вот это наш русский судак. Просто темненький. Хорошо клюнул, очень хорошо. Не знаю, как там снегопад на что-то влияет, но поклевка была такая, что мама не горюй. Этот судак просто заслужил быть отпущенным за поклевку. Пока. Многие спрашивают, как насаживаю силиконовую приманку на двойник. Вот у меня есть силиконовая приманка, вот есть двойник. Примерно так примеряю, но я уже знаю, что где-то вот тут надо проколоть. Аккуратненько завожу. Вот первое действие, оно должно получиться вот так. Дальше плотно зажимаю двумя пальцами и начинаю аккуратно заводить двойник в тело приманки силиконовой. Оп! Вот готовый вариант. Насаживаем грузик и вперед.
Есть. Хорошая поклевочка. Ой! Ой, ты моя хорошая! Ты моя хорошая! Ой, ты моя хорошая завалилась! Не смог поднять, ну что ж ты, ну вон она. Попалась небольшая щучка, с обрыва хотел ее подъемным краном поднять, но она так, можно сказать, на свечке слетела. Ну и ладно, самое главное, что она клюнула и подарила хорошую поклевку, хорошие эмоции. Все равно бы мы ее отпустили, поэтому ничего страшного. Продолжим! Сидит. Вот они. Пал 05. Кейтэч. Арбузик. Ну что, друзья, сегодняшний рыболовный день подошел к концу. Сегодня побывал на участке реки, на котором давно не был. Вспоминал акваторию, вспоминал рельеф. Сегодня были приятные злые поклевки судаков. Не обошлось также и без обидных сходов. Были поклевки мелкой рыбы попалось. Там какие-то окуньки сегодня попались, щучечка была. Погода сегодня преподнесла такой большой сюрприз. Был то снегопад, что видимость была вообще минимальная, то ласково приветливо светит солнышко, как сейчас под вечер. Но в целом все понравилось. Рыбалка трудовая, но тема интересная. Отпускайте пойманную рыбу, друзья, и я думаю, что у каждого из нас будут приятные злые поклевки судаков, которые сегодня я ощутил. Всем пока, до новых встреч!